Мама, я тебе цветы принес. Мне? Да. Это за что? За что, что ты мне покупал в Макдональдсе. А, ну ясно. Я думала, потому что ты меня любишь. Класс, так красиво, спасибо. Так приятно. Дай поцелую. Мой сладкий котеночек мой. Рассказывай, как дела в садике? Хорошо. Что делали? Котики, хочу вам порекомендовать очень крутой магазин постельного белья. Я зашла на страничку и просто залипла, потому что там такой огромный выбор. Я хочу просто все. Можно я закажу все? Котики. Слушайте, ну я точно там сегодня все скуплю, потому что сейчас там проходит офигенная акция. При покупке 3-4 постельное белье в подарок. В подарок, слышите? Это вообще круто. Переходите срочно и смотрите. Красивые коврики и мимимишные пледики из мериноса. В общем, переходите, смотрите, доставка по всей России. Сделайте отличный подарок себе и своим родным. Маленький дедушка. Почему? Потому что ручки у тебя такие? Да. Как у старенького дедушки. Ой. Я не стар. Захвати. Что? У меня есть разговор с тобой. Какой разговор? Ну? Мам, я не люблю зубы с горохом. Что? Ждешь 4 часа. Ответишь с эмоджи, ударю в сиську. Отдай! Эмоджи! Если Том напишет, ждешь 4 часа. Ответишь с эмоджи, ударю в сиську.